Лето – прекрасный сезон для отдыха, время игр на свежем воздухе. Однако каникулы таят в себе и скрытую угрозу. У детей много свободного времени, а значит растет и риск стать участником ДТП. Лучший способ избежать этого – профилактика. Обучением детей базовым правилам дорожного движения занимаются в том числе и в летних лагерях. Одно из таких занятий прошло 24 июня в Саранской школе номер 6. В этом году в школе разработана программа «Безопасная дорога в детство». Целью данной программы – формирование культуры безопасного поведения детей на дороге. Перед педагогами стоит задача по формированию компетенций безопасного поведения на дорогах, изучение правил дорожного движения, осознание приоритетности, безопасности собственной жизни и жизни других окружающих. Обучение основам и проверка знаний в формате игры. На территории школы расположились тематические станции. Ребята, как на настоящем экзамене на водительские права, отвечали на вопросы по правилам дорожного движения. Вместе с инспектором ГИБДД наглядно разобрали правильное и неправильное поведение на дороге. Третьим этапом стала площадка фигурного вождения, правда, велосипеда. Каждый из этапов проверял разные знания и умения юных участников движения. Однако общая цель – безопасность детей на дорогах и возле них. По результату своей работы мы, конечно же, хотели бы, чтобы дети не просто знали эти правила дорожного движения, но еще умели их применять и проводить агитацию среди своих сверстников, призывая их соблюдать правила дорожного движения. Детям о правилах дорожного движения напомнили, однако от поведения взрослых зависит гораздо больше. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям: в период каникул нужно быть особенно внимательным, а всех родителей призывают следить за своими детьми. Артем Комаров, Станислав Семин, Народные новости.